хочется победить. Окружен! Бежать некуда!
Потеряла аванпост. И по делам. И у меня потрясающие новости. Пол это сделал. Так за идею освободил все аванпосты в Керате. Thank you.
месте, все. Нашел дело! Стреляю! Стреляю! Большие проблемы. Медведи напали на лагерь. С вами Раби Рейрана, и у меня потрясающие новости. Он это сделал. Таджайгейл освободил все аванпосты в Керате. А это значит, никаких больше бродячих патрулей и никаких вооруженных дебилов, которые тычут тебе стволом в лицо за то, что ты просто решил прогуляться по улице. Если бы я так не боялся местной фауны, я бы уже вышел на улицу и крутил обратное сальто. Или там колесом ходил. Конечно, физическая форма у меня уже не та, но все равно я бы это сделал. Но учтите, бешеных тварей в Керате все равно полно. От бандюганов мы, конечно, избавились, но от нападения психованного медоеда не застрахован никто. Кстати, вы знали, что медоеды едят копр? Это же охренеть можно! Берут себе и жрут копр. Видимо, их злоба нейтрализует яд. Идите в жопу, медоеды. Кстати, как Джайкил разрулит нашу проблему с медоедами? Меня это волнует. В следующий раз обязательно поговорим с ним на эту тему. Нет, вы уроды!